едем на святую землю Байноула. Наконец-то, таки, наконец-то. Будем развлекать наших пенсионеров, ветеранов, ушедших на пенсию с разреза восточный. Всем пока. Добрый день, друзья. Один раз в год профсоюзный комитет при поддержке администрации возит пенсионеров, работавших в корпорации, на несколько дней на природу, в Байноульский район, в свой дом отдыха. На нескольких автобусах их везут сразу из Павлодара, из Аксу, ну и из Кебастузе. Ну а мы, работники этой корпорации, создавшие когда-то музыкальную группу, едем с аппаратурой туда, чтоб развлекать ветеранов. Как в песне поется: едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фанатекой. Расстояние от Экибастуза примерно 100 километров. В среднем на дорогу уходит полтора часа. Но сегодня ливень, да и дорогу местами ремонтируют. А вон и горы показались. Значит, уж скоро будем на месте. В самом Байноуле имеется свое озеро Сабындыколь. В переводе означает «мыльное озеро». Названо озеро так благодаря своей особой мягкой воде, словно мыльной на ощупь. По легенде, в озере мыла свои прекрасные волосы красавица Баян и обронила в него свое мыло. Но наш дом отдыха там дальше, в горах, там и озеро свое, Жасыбай. Жасыбай считается самым чистым озером в Казахстане. Со всех сторон, зажатое горами, озеро носит имя Батыра Жасыбая, героя казахско-джунгарских войн. Попасть сюда можно через перевал, названный его именем. По легенде, именно здесь Жасыбай до последнего сдерживал превосходящие силы противника. Байноульский национальный природный парк входит в число особенно охраняемых природных территорий Казахстана. Парк был основан в 1985 году, явившись первым национальным парком Казахстана. Говорят, что тут рыси есть. Увидеть бы хоть раз. А воздух тут, дышишь, не надышишься. Ну вот и все. Осталось преодолеть горный перевал Серпантин, и мы на месте. Все, молчу и вдыхаю аромат природы. Здравствуй, Жасыбай. Разгрузив аппаратуру в столовой, где и будут проходить все мероприятия, и заселившись в одном из домов отдыха, есть свободное время и грех не пойти к озеру и омыть руки или ноги, в зависимости от погоды, конечно. Что мы и сделали. Вон там озеро. Жасыбай, весь в тумане. Так, здравствуй, утро прохладное, да? Горы в тумане.
Ну что ж, зарядив энергией природной, частицей городской души, пойдем дарить мы доброту, веселье всем тем, кто встретится на жизненном пути. Ну вот мы опять здесь, на святой земле Байноульской. Джасыбай. Пока еще никто не пришел из пенсионеров. Блин, даже неохота их называть пенсионерами, они живчики такие. Все в тумане там. Ну, еще пока никого нету. Никто не приехал еще. Там ливень.